конспекти, тести. Міністерство освіти та науки запустило сервіс для дистанційного та змішаного навчання «Всеукраїнська школа онлайн» для учнів 7-11 класів. Зараз на платформі матеріалів на 2 тижні навчання, але його постійно доповнюватимуть. А що про таку науку на відстані думають народні експерти, дізнаємося просто зараз. Вот, мне кажется, что если человек хочет обучаться, он может получать знания любым удобным для него способом. Тут проблема в том, что есть ли у человека желание обучаться. Удобно, но не информативно. Очень плохо. А чему? Потому что дети так в школе ничего не понимают, а так еще хуже. Очень тяжело. То есть вы считаете живое спілкування краще, так? Конечно, намного лучше. Так они видят учителя, учитель нормально объясняет, а так им очень тяжело. Ну, честно говоря, когда дети в классе, это лучше воспринимается учеба. И поэтому как бы я за то, чтобы не дистанционно, чтобы дети ходили в школу, занимались, и как раньше. Ужасно. А чему? Я думаю, что дети не могут, я думаю, что они больше бы понимали, когда сидят на уроке, но не дистанционно. С учителем. А чему? Дистанционно, когда проблемы с интернетом, когда не можешь зайти, кричишь, паникуешь. Не подобається. Мне подобається, когда можно поспілкуватися с одноклассниками. Учителя можно спросить что-то. Я за дистанционное. А чему? А потому что моя дитина занимается сейчас, и я очень довольна этим. Бачу совершенно, у моей дитини 10 баллов по всем предметам. У меня дитина поднялась, что я сама в шоке. Вы до дистанционного навчання у школах та вишах? Не знаю. Не знаете? Ну, конечно, плохо. А чему? Потому что нет контакта преподавателя с учеником. Ну, когда ты смотришь ученику в глаза, и он что-то смотрит на тебя, и понимаете, я сама преподаватель, поэтому я не понимаю, что он хочет сказать. Некоторые дети стесняются что-то вслух сказать, а так они вот... Нужен контакт. До дистанционного навчания осталось. Я очень спешу. Ну, не знаю, у меня сын учится, все хорошо, все подходит. Просто не все учителя, они современные технологии понимают. И, ну, если это в онлайне, общение с учителем, который поддерживает все технологии, это в принципе нормально. Мне кажется, 50 на 50. Кому-то подходит, кому-то нет. Есть люди экстраверты, есть люди интроверты. Интровертам это намного больше подходит, нежели экстравертам. Як на вашу думку, дистанційне навчання – це гарно чи ні? Дуже гарно. Я тороплюсь. Я к дистанційному не отношу. Мені найбільше подобається очна форма навчання, тому що вона найбільш ефективною на нашу думку. Бо коли ви навчаєтесь дистанційно, немає такої живої комунікації або обміну енергії між учнем та вчителем, а я вважаю, що це є важливим наразі. Тому ми трішки в депресії зараз.